Волгоградский «Ротор» довольно успешно провел два матча первенства национальной лиги после возобновления турнира. Уверенная победа в Нижнекамске и боевая ничья в Екатеринбурге с одним из лидеров чемпионата дорогого стоит. Причем играл «Ротор» без Алексея Пугина и Александра Ставпеца, пропускавших матчи из-за травм. К счастью, Ставпец уже в строю, а вот о скором возвращении Пугина пока не слышно. Восполнить пробелы в атакующей линии призваны новички клуба. В перерыве чемпионата ряды «Сине-голубых» пополнили сразу три нападающих. Это молодые и перспективные футболисты. Один из них, 20-летний Александр Каратаев, успел проявить себя в составе молодежной сборной России. На минувшей неделе в своем дебютном матче за молодежку Александр стал соавтором гола в ворота сборной Андорры, а еще в одном эпизоде забил сам. Успех Каратаева, разумеется, пришелся по душе его новой команде. Все приятно приняли, поздравили. Очень приятно. Сам рад, что все получилось. Вышел в первый же матч, гол забил, пусть доверили. Надеюсь, буду дальше вызываться и дальше радоваться. Как оцениваешь атмосферу в команде, в «Роторе»? Шикарная атмосфера. Очень хороший коллектив. Все очень нравится. Все ребята очень молодые, вся команда. И все нормально друг с другом общаются. Вот эти ребята, в первую очередь, это Кабутов и Каратаев, я хочу сказать, что мы за ними следили более 2 лет. И я лично, и наш селекционер, и тренер, мы следили, смотрели. Это решение было не такое вот четкое, продуманное. Плюс, конечно же, мы желаем по возможности возвращать футболистов, воспитанников волгоградского футбола. Потому что волгоградская школа футбола одна из лучших в России, это тоже известный факт. Возрождение «Ротора» продолжается. Важные шаги в этом направлении – открытие официального фан-шопа и презентация первого в истории клуба глянцевого журнала. События знаковые и готовились к ним с особой тщательностью. Люди, принявшие в них участие, знающие и любящие волгоградский футбол. Например, автор одной из рубрик журнала Виктор Ляхов – болельщик с 40-летним стажем. Желание футболистов, конечно, увидеть сине-голубой стадион полностью. Там, чтобы действительно не приходили ни в каких там красных, желтых, зеленых цветах, приходили в синих цветах, голубых, в шарфах, с флагами. То есть это, конечно, красиво, это антураж, это всегда футболистам придает дополнительный стимул. В планах руководства «Ротора» – открытие клубного музея. Если собрать все ценные экспонаты, которые имеют отношение к футболу в Волгограде, действительно будет на что посмотреть.